Привет, я Евгений Седой, официальный эксперт-креатор Гарнье в России. И сегодня необычный выпуск цветопередачи, потому что в студии Яна и ее дочка Женя. Привет, Жень. Привет, Жень. Ян, скажи, пожалуйста, ты же брюнетка от природы. Да, я с детства черненькая. Вот и дочке передалось. Женечка, тебе нравится твой цвет волос? Да, конечно, нравится. Он же как у мамы. А мама, мне кажется, уже красит волосы какое-то время, да? Да. Как давно? Ну, наверное, года 3-4. Как начала появляться седина, начала краситься. Волосы, конечно, не те. Они стали сухими, и уже не хватает им блеска. Тот краситель, который я использую, он не выглядит на моих волосах натурально. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы волосы выглядели молодо и ухоженно, как у Женьки. Я расскажу тебе, что нужно будет для этого сделать. Пойдемте со мной. Жень, бери упаковку. Там внутри находятся перчатки, которые точно понадобятся твоей маме. Ян, мы попробуем с тобой оттенок 1+ от Garnier Color Naturals. Плюс обозначает, что цвет будет еще более насыщенным. Но это не единственный плюс в этой коробке. Теперь питательного бальзама стало на 20% больше. А это значит, что твои волосы будут еще более ухоженными и блестящими. Надевай перчатки и приступим к окрашиванию. Ну вот совсем другое дело. Как тебе, Ян, потрогай свои волосы? Женя, они такие мягкие на ощупь. Выглядят просто изумительно. Я рад. Женька, а тебе как? Просто супер. Вот теперь вы действительно выглядите как две сестры. Старшая и младшая. Спасибо, Женя. Сегодня совершенно точно исполнилось одно твое желание. Но, находясь между двух Жень, ты имеешь право загадать еще одно. Загадала. Прекрасное окончание нашей истории. Вот и подошел к концу самый милый выпуск цветопередачи. Смотрите нашу программу и находите лучшие решения с красками Garnier, которые можно приобрести на wildberries.ru.